смогли совершенно бесплатно поддержать и поболеть за свою команду. Я так полагаю, что сегодня порядка около 500 зрителей присутствует на матче. Возможно, даже и больше. И на вес штрафную. Гол! Гол забивает футболисты Торпедо. Игрок под номером 2. Перфилов Денис. И, к сожалению, пропускают читинцы. Гол в ворота футбольного клуба Чита.